Всем привет, меня зовут Людмила Медведева. В этом видео я хочу помочь вам разобраться, нужны ли вам принципы здорового образа жизни, нужна ли вам продукция wellness, зачем, как и почему. Большинство узнает себя в одной или нескольких из вышеперечисленных ситуаций на слайде. Часто мы слишком заняты и откладываем прием пищи, даже если это важно для нашего здоровья. Уровень сахара в крови влияет на твое настроение, состояние, поведение и гастрономические пристрастия. Вот почему так важно его контролировать. В противном случае он будет контролировать именно тебя. Супы, коктейли, батончики Natural Balance имеют низкий гликемический индекс, что поддерживает оптимальный уровень сахара в крови. Гликемический индекс – это показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его гликемический индекс. За эталон была принята глюкоза, чей гликемический индекс равен 100. Продукты с низким гликемическим индексом содержат сложные или медленные углеводы, которые способствуют замедленному росту уровня сахара в крови и обеспечивают более продолжительное чувство насыщения. Продукты с высоким гликемическим индексом содержат простые или быстрые углеводы, способствующие резкому росту уровня сахара в крови, который затем быстро падает и ты чувствуешь упадок сил. А продукты с низким гликемическим индексом – это меньше показателей 55, и продукты с высоким гликемическим индексом это больше показатели 55. Wellness-завтрак – это идеальный вариант для тех, кто много работает и учится. Концепция wellness-завтрака понятна широкой аудитории, а значит ее проще рекомендовать и оформлять подписки большему количеству людей. Ты помогаешь людям, решаешь их проблемы, предлагая уже готовые решения от wellness. Wellness-завтрак – это немедленный заряд энергии. Завтрак не нужно готовить, достаточно добавить в рацион wellness-пэк и коктейль Natural Balance. Низкий гликемический индекс помогает контролировать уровень сахара в крови, чтобы вы меньше уставали и были более сосредоточенными. Полезно, содержит необходимые витамины, минералы, включает питательные ингредиенты и идеально сбалансирован. Питательно и вкусно. Ощущение сытости надолго, насыщение при минимуме калорий и, естественно, контроль веса. Не забывай, что wellness-завтрак также включает в себя твое любимое здоровое блюдо. Ты можешь есть его как отдельно, так и смешивая вкусные и полезные коктейли вместе со смесями для коктейлей Natural Balance. Довольно трудно приготовить абсолютно сбалансированный завтрак лишь из продуктов питания, поэтому на помощь приходят пищевые добавки. Употребляя одну порцию коктейля Natural Balance и один пакетик Wellness Pack, по питательной ценности ты получишь так же много железа, как в 230 граммах кураги, также много фолиевой кислоты, как в 440 граммах красной капусты, также много витамина D, как в 200 граммах грибов и тому подобное. Это еще не полный перечень элементов, которые ты получишь на Wellness завтрак. А добавляя любимые продукты, ты можешь придумать бесчисленное количество вариантов вкусного, полезного и питательного завтрака, который даст тебе необходимую энергию для решения всех поставленных целей на день. Включи супы Natural Balance в свой рацион, заменив ими вечерний прием пищи, это поможет тебе контролировать свой вес. Теперь давайте подробнее по самим продуктам. Первая продуктовая секция – это продукция Natural Balance, которая включает в себя коктейли, супы и батончики. Ты хочешь привести фигуру в порядок и при этом удержать свой результат? И мы знаем как. Пациенты профессора Стига Стена нуждались в идеально сбалансированной пище для того, чтобы скорее восстанавливаться после операции. Так он и его коллеги разработали коктейль Natural Balance. Здоровые люди, попробовавшие коктейль, отмечали потерю веса и отсутствие голода. Супы Natural Balance были разработаны несколькими годами позже, как горячая и ароматная альтернатива сладким коктейлям. Продукты Natural Balance – это сбалансированное питание и минимум калорий. Натуральные формулы продуктов обеспечивают долгосрочное снижение веса при его условии, если ты соблюдаешь низкокалорийную диету и регулярно упражняешься физически. Десятки тысяч людей по всему миру сбросили лишний вес благодаря коктейлям и супам Natural Balance. 5 основных преимуществ коктейлей и супов Natural Balance. Первое. Потеря веса. Следуя указаниям программы «Твой идеальный вес», которая доступна на официальном сайте Oriflame, соблюдая низкокалорийную диету, сочетаемую с регулярными физическими упражнениями. Второе. Уникальные формулы. Богаты протеинами, а готовая порция содержит минимальное количество жиров и сложные углеводы. Продукцию можно употреблять ежедневно в течение любого периода времени. Третье. Продукты богаты протеинами и клетчаткой, что обеспечивает
обеспечивает долгое ощущение сытости без лишних калорий. Четвертое. 100% натуральные полезные ингредиенты. Не содержит ГМО, искусственных красителей и консервантов. Пятое. Медленные углеводы, которые способствуют потере веса, не повышая уровень сахара и инсулина в крови. Серия Natural Balance содержит три натуральных источника протеинов. В коктейлях это протеин яйца, протеин горошка и протеин молока. В супах это протеин сои, протеин горошка и протеин картофеля. Пищевая ценность. В коктейлях Natural Balance на порцию 18 грамм. 67 килокалорий, протеин 7,3 грамма, углеводы 5,9 грамма, жиры 1,6 грамма. Супы Natural Balance на порцию 20 грамм, энергетическая ценность 73 килокалории, протеин 7,2 грамма, углеводы 8,2 грамма и жиры 1,1 грамм. Коктейли и супы Natural Balance разработаны в Швеции, произведены в соответствии с концепцией HASP в Европе. Только натуральные пищевые ингредиенты, медленно усвояемые углеводы, низкий гликемический индекс и три источника протеина. Это качество, которому можно доверять свое здоровье. Протеиновые батончики Natural Balance вкусные, состоят только из натуральных ингредиентов, имеют низкий гликемический индекс, не содержат искусственных ароматизаторов, красителей или подсластителей, содержат всего лишь 150 килокалорий в каждом, богаты протеином и богаты клетчаткой. Полезные для здоровья ингредиенты абсолютно натуральны. Батончики содержат протеины молока, горошка и сои, имеют 4 вида злаков в составе – ячмень, овес, рис и пшеница. А также обладают антиоксидантными свойствами благодаря таким натуральным составляющим, как гранат, черника, ягоды асаи и какао-бобы. Часто задаваемые вопросы о серии Natural Balance. Надеюсь, что здесь появится и ваш вопрос. С какого возраста можно употреблять коктейль Natural Balance? По российскому законодательству коктейль рекомендован людям, начиная с 4-летнего возраста. В возрасте 14 лет и старше одна порция коктейля Natural Balance со 150 мл воды. Но на самом деле, по личному опыту и по опыту моих коллег, коктейль можно давать и совершенно маленьким деткам, естественно, в меньшей порции, потому что он достаточно питательный. Если вы занимаетесь на тренажерах, можно ли употреблять коктейль Natural Balance вместо обычных протеиновых и углеводных коктейлей, которые существуют на рынках спортивного питания? Формула Natural Balance содержит 41% протеинов, 32% углеводов, поэтому коктейль можно принимать как до, так и после тренировки. Это поможет зарядиться энергией для физических нагрузок и обеспечит быстрое восстановление мышц после них. Однако помни, что из-за низкого гликемического индекса коктейль не вызывает характерного для спортивного протеинового питания анаболического эффекта, то есть резкой выработки инсулина. Поэтому, если ты хочешь получить повышенную дозу протеинов и углеводов, используй сразу 2 мерные ложки смеси для коктейля. Сделав коктейль на основе молока, а не воды, можно также увеличить белковую и общую калорийную ценность коктейля. Дополнительная информация для тренеров. Безопасна ли сукралоза? Для придания коктейлю приятного вкуса и сохранения содержания углеводов на низком уровне в составе коктейля присутствует наилучший на настоящий момент подсластитель, одобренный ЕС – сукралоза. Это единственный подсластитель, который не вызывает резкого повышения содержания сахара в крови. Сукралоза вырабатывается из сахара, но слаще его приблизительно в 600 раз. Вот почему при самом минимальном количестве всего 0,125 грамм 10-тысячных на порцию, она стоит в конце в списке ингредиентов коктейля. Сколько порций коктейля Natural Balance можно принимать в день? На территории Евросоюза допустимая суточная доза сукралозы считается 0,15 мг на килограмм веса тела. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США установило допустимую суточную дозу для детей и взрослых, которая равна 5 мг на килограмм веса тела. Так, человек, который весит 70 кг, может употребить максимум 350 мг сукралозы в сутки. Одна порция коктейля Natural Balance содержит примерно 13 мг сукралозы, поэтому содержание подсластителя в коктейле не является ограничивающим фактором. Возможно употребление коктейля в сутки 25 порций. Однако, если ты принимаешь в пищу другие продукты, содержащие сукралозу, то риск повышенного потребления немножечко возрастает. Например, банка подслащенной газированной воды 350 мл может содержать 50-60 мг сукралозы. Не стоит забывать о том, что коктейль Natural Balance – это скорее дополнение к рациону, а не замена приемов пищи. Подходит ли коктейль Natural Balance диабетикам?
Да, подходит, поскольку не содержит сахара, обладает подтвержденными исследованиями низким гликемическим индексом и способствует сохранению низкого уровня сахара в крови. Одна порция содержит всего 6 грамм углеводов, из которых 3,5 грамма представлены моносахаридами. Если у тебя диабет и тебе прописан инсулин или другие лекарства, возможно, тебе потребуется изменить дозировку принимаемых препаратов в связи с низким гликемическим индексом и небольшим количеством углеводов в составе коктейля. Это особенно актуально, если ты худеешь. Проконсультируйся, конечно же, с врачом при необходимости изменения дозировки наших добавок. Если у вас пищевая непереносимость или аллергия, можно ли принимать коктейль Natural Balance? Людям с аллергией на какой-либо из ингредиентов, входящих в состав коктейля, например, молочный протеин или протеин яйца, не рекомендуется принимать коктейль или предварительно проконсультироваться с врачом. Коктейль не содержит глютен, в его составе минимальное содержание лактозы, на которую, как показывает опыт, люди с аллергией на молока реагируют абсолютно нормально. Натуральный клубничный ароматизатор в составе одного из коктейлей Natural Balance также не вызывает аллергии. Можно ли принимать коктейли Natural Balance во время беременности? А коктейль Natural Balance безопасен как для матери, так и для ребенка, если он употребляется в качестве перекуса. Если ты хочешь корректировать вес во время или после беременности, то, конечно, нужно консультироваться с врачом, прежде чем принимать коктейль уже в таком более профессиональном подходе. Можно ли есть суп Natural Balance вместо обычного приема пищи? Нет, сам по себе суп не обеспечивает организму достаточное количество калорий. Для снижения веса суп следует есть в качестве дополнения к основному рациону. К нему можно порекомендовать салат. Для поддержания и контроля веса суп подходит в качестве здорового и питательного перекуса. Можно есть его с салатом, с кусочком цельнозернового хлеба, например. С какого возраста можно есть суп Natural Balance? Можно давать суп детям с 3 лет. В случае необходимости можно сократить просто объем порции. Если у вас пищевая непереносимость либо аллергия, тогда можно ли есть суп Natural Balance? Если у вас аллергия на любой компонент супа, то, конечно же, не следует его есть. Продукт не содержит молочный протеин или протеин яйца. Это достаточно распространенные аллергены. Он также не содержит глютен и не содержит лактозу. Но в его состав входит соя. Если вы принимаете лекарственные средства по предписанию врача, можно ли есть суп Natural Balance? Суп Natural Balance – это обычная еда, которую можно употреблять согласно инструкции на упаковке. Конечно, нужно проконсультироваться с врачом, если у вас какой-то очень особый и запущенный случай. Можно ли есть суп Natural Balance диабетикам? Суп можно есть людям, страдающим диабетом. Гликемический индекс этого продукта низкий, равен 50. Содержание углеводов в одной порции равно 10-12 грамм, 4-6 из которых – это простые сахара. Если ты хочешь употреблять суп для снижения веса, важно проконсультироваться, конечно, с врачом, в случае диабета. Снижение веса может повлиять на потребность в инсулине или других пероральных лекарственных средствах. Если у вас высокое кровяное давление, можно ли есть суп Natural Balance? Имейте в виду, что суп содержит соль, натрий и не подходит людям, придерживающимся бессолевой диеты. Ты можешь есть суп в случае, если тебе не предписано ограниченное употребление соли. Можно ли есть суп Natural Balance во время беременности или в период лактации? Да, можно. Суп не наносит никакого вреда как во время беременности, так и в период лактации. Можно есть его как одно из блюд или в качестве здорового перекуса, но все же проконсультироваться с врачом можно вполне, если ты будешь использовать этот суп в качестве снижения веса. С какого возраста можно употреблять батончики? Батончики можно с 3 лет. Если вы ходите в тренажерный зал и занимаетесь спортом, можно ли употреблять батончики вместо других протеиновых батончиков, которые есть на рынке? Да. У батончиков Natural Balance низкий гликемический индекс 40. Они содержат сложные углеводы, примерно 8 грамм протеина. Вот почему это идеальный вариант для перекуса перед тренировкой. Батончики заряжают энергией надолго, но следует помнить, что у них низкий гликемический индекс, и поэтому они не дают анаболический или стероидный эффект. Можно ли употреблять батончики тем, кто болен диабетом? Да, можно, опять же, потому что у них низкий гликемический индекс. Содержание углеводов в батончике примерно 18 грамм, 11 из которых представляют собой простые сахара. Обязательно проконсультируйтесь, конечно, с врачом перед употреблением батончиков, если у вас есть какие-то вопросы, сомнения или какой-то сложный и запущенный случай.
Если у вас пищевая непереносимость, аллергия на некоторые продукты, можно ли употреблять батончики? Если наблюдается аллергическая реакция на такие ингредиенты, как молоко, соя, глютен, этот продукт употреблять не стоит. Можно ли употреблять батончики в период беременности и лактации? В качестве полезного перекуса эти батончики безвредны как для матери, так и для ребенка. Можно ли заменять батончиками прием пищи? Нет, это просто полезный перекус, но не замена полноценного приема пищи. Почему добавлена соя как источник протеина в батончики? Ответ. Соя – это высококачественный источник растительного белка, который имеет несколько полезных свойств, важных для поддержания здоровья. Он может снижать уровень вредного холестерина в крови и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Соя в составе батончиков берется из натуральных источников и не содержит ГМО. Что придает батончикам сладкий вкус? Эти батончики содержат фруктозу. Она придает приятный вкус, мягкость и хорошие органолептические свойства продукту. Фруктоза – это натуральный сахар, такой же, как глюкоза или сахароза, но у нее очень низкий гликемический индекс. В следующем видео мы поговорим с вами о Wellness Pack. Продолжение следует!